Тере, калі цюдрукут. Всем привет, девчонки! Добро пожаловать на мой новый влог. Я решила записать вступление для вас. Только что снимала видео здесь, поэтому я пока собранная. Думаю, поздороваюсь с вами. Может быть, немножечко поболтаю даже. Отсняла видос на 4 аромата. Они у меня все тут стоят. Не знаю, какое видео выйдет раньше. В общем-то, отсняла 4 ароматика. Нанюхалась тут, напшикала. Так увлеклась съемками, что чуть не сожгла сковородку, блин. До сих пор проветриваю такой. В общем, снимала несколько дублей, уже на самом деле устала. Спина болит, не всегда все нравится в кадре, как то не так, это не так. В общем, быстро делала себе обед и сделала плиту на минимум, а у меня такое бывает. А думала, что выключила. Выложила в тарелку, ушла, поела уже. Уже сидела, дальше снимаю видео, чувствую, пахнет горелым. Блин. А если б я ушла за ребенком в садик, например? Что-то я так просто увлеклась. Все мысли как-то, когда сильно направляешь в одно русло, такое получается. В общем, не делайте так. Всегда нужно все внимательно проверять. Выключили ли вы, закрыли ли что-то. Или открыли. В общем, как-то так. Давайте смотреть влог. Не знаю, влог из разных кусочков. Опять там еда, завтраки какие-то, обеды, не знаю. В общем-то, приятного просмотра. Всем привет, девчоночки, всем, кто зашел на это видео, на мой влог. Мне какая-то уже традиция сложилась вещать вам завтрака со своего, как-то начинать новую неделю. Сегодня у меня наискромнейший такой завтрак. Вы все видите, хлеб у меня, как его, ржаной, без пшеничной муки вообще и без сахара. Две котлеты и огурец со сметаной. Я очень люблю вот именно вот это сочетание. Кофе с медом, все как обычно. В общем-то, буду завтракать. Всем тоже приятного аппетита, если вдруг кушаете. И когда будете кушать, приятного аппетита. Так что врываюсь в новую недельку. Сейчас покушаю и буду заниматься учебой. Вот. Рассказывала уже там немного в прошлом влоге, который, кстати, сейчас только что монтировала, поэтому не знаю, как, с какой периодичностью выходят у меня влоги. Видео много, в общем-то, сейчас как раз монтирую два прямо одновременно. У меня сейчас сохраняется, не знаю, что из чего выйдет раньше, но этот влог точно выйдет попозже. А вообще сегодня у меня 21 марта на календаре, в общем-то. Чтобы вас не запутывать, у меня понедельник, и я решила снять начало этого влога, который вы смотрите, именно в понедельник. Так что всем хорошей недели, может быть, это выйдет к выходным, я сама еще не знаю. Давайте все врываться в новый день и в эту весну. Сижу я такая, завтракаю спокойно, и бац, такой шум. Просто на кухне упала люстра с потрохами. А если бы кто-нибудь стоял здесь, а если бы ребенок стоял, фу, я в шоке, что произошло? Что мне теперь вообще делать? Как свет включать, вдруг коротнет. Блин. Неприятная история.
Девчонки, посмотрите, какой у меня сегодня обед. Кстати, чтобы было понятно, это не маленькая мисочка, довольно большая. Ну, короче, по сути, здесь просто айсберг, много зелени рукколы, и огурец свежий. И для сытости здесь совсем немножечко у меня курочки и яйцо вареное. Не знаю, съем я все это или нет. Ну, конечно, многовато, но просто понятно, да, зелень, она много места занимает. Не знаю, осилю я это или нет, но мне кажется, это очень вкусно. Конечно, иногда хочется чего-то тепленького на обед именно, но я хотела отдельно салат с яйцом сделать и курицу отдельно. А потом я решила курицу тоже сюда же добавить. В общем-то, приятного мне аппетита. И вам тоже такой ПП, салатный боул, как говорится, у меня получился. Буду сейчас все это кушать. Выглядит очень даже вкусненько. Вообще яйцо любому салату придает вкусноты. Заправила сметаной и немного майонеза добавила. Не удержалась все-таки. Так будет точно вкуснее. Всем привет! Я такая абсолютно не накрашенная, и при том, при всем, только что покрасила волосы, они мне мокрые, только что покрасила брови, поэтому я вообще такая, я вообще отдыхала, лежала. Сейчас я поставила чайник, я буду пить цикорий, и хотела вам показать свой подарок на 8 марта, он пришел. Вот, собственно. Что теперь у меня есть, это крутая камера, как вы сами видите, Canon. Я вообще в этом не разбираюсь. Муж мне подарил, сказал, в общем-то, что ему очень нравится, что я занимаюсь Ютубом, что я вдохновленная, что... Ну, в общем, так вот. Не знаю, какая модель, я не буду уточнять. Тут, в общем, и объектив. У меня никогда такого не было. Я снимала раньше на обычный фотик. Ну, как... До тех времен он был довольно дорогой. У меня... Секундочку. Вот, кстати, он. Кстати, тоже Canon. Я и не знала, что у меня Canon был. Ну, ему уже много лет. И не было у меня никакого отдельного этого. И батарея у него старенькая. Ну, вообще, мой канал на YouTube существует с 2011 года. Да, у меня мало продвижений с того времени. Но я долго не снимала. И как-то снимала на любительском таком уровне. В общем, теперь у меня есть классный, крутой фотоаппарат, камера. Сейчас я зарядила батарею. В общем, я в этом не спец, во всей этой технике. Также еще у меня вот такая вот лампа здесь заряжается. Конечно, это не профессиональное оборудование. Кто суперизвестные блогеры посмеются над такими моими радостями. Но мне кайфово, не знаю, надеюсь, это... у меня все получится, я с этим совсем разберусь. И надеюсь, картинка будет лучше, я стремлюсь. Вообще на телефоне у меня неплохая картинка, но мне хочется, чтобы было более четко видно лицо, там глаза, какие-то черты лица, я не знаю, чтобы как-то не заблюрено. Ну, в общем, вы поняли, короче, что сейчас в наше время картинка очень важна. И хотела поделиться, никак, собственно, конечно же, не похвастаться, просто поделиться. Фишка вся была в том, что мы искали фотик, я одной рукой не смогу, с открывающимся экраном, я не хочу тут ничего уронить, чтобы мне было себя видно, в общем, когда я снимаю. Так что сейчас я зарядила камеру, вставила карту память, камеру, батарею, буду что-нибудь тут пытаться настраивать, хотя, конечно, мужа сейчас дома нет, я тут мудрить тоже особо не буду. В общем-то, вот такой подарок был мой на 8 марта. Я очень рада. Вот, порадуйтесь вы вместе со мной. У меня день второй салатного поедания. Салат айсберг, сырая морковь, вареное, нет, филе куриное, тушеное,
И яйцо одно. Все. Сметана и чайная ложка майонеза. Кстати, тарелка тоже огромная. Огромная, довольно большая. Не знаю, съем все, не съем. Ой. Так что буду есть. У меня какой-то салатный марафон, в общем. Итак, я тут, как всегда, антидепрессант. Если вдруг вам скучно, грустно и не знаю, что еще, загляните в свою парфюмерную коллекцию. Поперебирайте ваши флакончики, потрогайте их. Вот так вот у меня все хранится. Девчонки, на самом деле никакого хранения нет. Здесь у меня, там внизу вообще не показывают, там совершенно не косметическое, совершенно неприглядное хранение всякой прочей ерунды. Основная масса у меня здесь, просто в коробках вот так вот друг на друге стоят, а в этой части ароматы, которые в коробках. И вот здесь у меня еще стоит коробка, а там всякое разное косметическое, старые продукты, хайлайтеры какие-то. И вообще, что я тут затеяла, я решила покопаться. Сейчас смотрела парфюмерное видео, там топ-5. Ну, Квасин, если смотрите, вдруг парфюмерный блогер такой. Он рассказывал про Dolce Gabbana The One, что супер крутой аромат. И я вдруг вспомнила, что у меня есть аналог в виде Beyoncé Heat Seduction. Совсем я ей не пользовалась, купила, протестировала и поставила, скажем так. И что-то я решила ее достать и попользоваться. Может быть, она весной будет как-то мне зайдет. Попробую, в общем, здесь желтенький флакон. И хочу достать эту коробку и с вами потом поделиться, что у меня там хранится. Итак, девчоночки, у меня влог прямо о салатах. Какая-то салатная неделя. Этот салат, кстати, очень популярный, гуляет по Инстаграму. Здесь всего 4 ингредиента. У нас здесь салат айсберг, хотя в оригинале там была пекинская капуста. Но мы любим больше айсберг. Буквально большую часть составляет салат. Вареные яйца. Два вареных яйца у меня, кукуруза, как вы все можете наблюдать. И тунец консервированный. У меня в масле, но лучше, конечно, в собственном соку. Ну, что-то как-то полюбился нам в масле, он вкуснее намного, но иногда, чтобы снизить, конечно же, 100% калорийность, берем в собственном соку. 4 ингредиента, легкий ужин. Заправку буду делать из сметаны, немножечко, немножечко совсем майонезика. Горчички добавлю, перчика. В общем, тоже такая лайтовая версия будет заправки. Потому что ужин поздний у нас будет. И я даже положила не целую банку, потому что довольно-таки все-таки ну, сытно получается, потому что объем довольно большой. У меня на двух человек здесь такая большая довольно салатница. Все, без хлеба, без всего. Такой у нас будет салатец. Покажу вам уже потом, когда заправлю, как будет выглядеть. В общем-то, что-то какая-то неделя салатная выдалась. Очень вкусно. Ну, немного иногда надоедает салаты и хочется горячей пищи, но пока как-то заходят салатики, поэтому вот на неделе ппшничаем, а завтра пятница, и завтра я буду есть чипсы. Да, чипсы, попкорн.
и мороженое. В общем, а пока на неделе, в общем-то, бережем фигуру, да, за выходные наедаем, потом опять бережем. Ну, как-то так, в общем-то. Всем хорошего вечера. Я редко, кстати, снимаю вечером ужины, потому что, как бы, я же не одна. Всем все сделай, всем все приготовь. Времени особо нет. Сейчас вот секундочку выкроила, меня уже там ждут. Так что давайте. Всем хорошего ужина, правильного ужина, вкусного ужина. Неважно, какого правильного или неправильного, главное вкусного, да? Главное быть дома со своими близкими и просто поужинать. Вам желаю этого всем. Ну что это? Ты красивый. Где моя полечка? Чем ты занимаешься? В окошечко смотришь? Что там интересного? Птички? Ну ты моя красавица. Ну ты же красотулечка. Кто добрый? Ты добрая? Ты добрая? Ты добрая? Чистое существо. Чистое, чистое, щеки. Чистое и опасное, опасная девчушка. Моя хорошая. Ну, сиди, отдыхай. Что тут у тебя есть? Это твое? Твоя палочка? Ой-ой-ой. Зубы как чешутся, а? Посмотри. Будет так делать только если палку держать. Если я положу сама, ничего не будет делать. Все, кнопка. Все.